Вас же запретили. Вас тоже. Ну, я знаю. У меня просто машина сломана. Ну, вот вернитесь-то на дорогу. То есть вам прям наклеить надо, да? Нет. Вы мешаете людям заниматься бизнесом. Сегодняшний день. Вообще, простым образом. Вот вы пугаете людей. А чем мы пугаем? А чем вы пугаете? Вот вам сколько лет? Мне 25. Вам 25? Ну, будьте моложе. Ну, что ты снимаешь? Молодой человек, не надо вперед ехать, вы задавите пешехода. Ну, я не давлю пешехода. Ну, как не давите? Ну, я не знаю, почему. Ну, остановитесь, пожалуйста. Что он здесь стоит? Объясни. Так он на тротуаре стоит, он может здесь стоять, а вы вот здесь вот не должны ездить. Вы же на машине. Ну, и что дальше? Ручку подними, личку подними, улыбнись. Спасибо. Поехали. Ну давай, ты тоже заслуживаешь. И ты тоже улыбнись, давай. Ну давай. Давайте селфи сделаем. Да я не надо. А давайте я вас всех вместе сфотографирую. Зачем, ребят? Вам же на память. Рамочка. Давай, молодец. Да, умница. Молодец. Спасибо большое. До свидания. Вы не из этой компании, нет? Вас тоже сфотографировать? Нет? Только четверо, да? Понятно. Значит, если бы там были места на сегодняшний день, а вы бы позанимались, например, в то время, когда вот здесь все убирается зимой, приезжайте сюда. Давайте-ка, когда будет холодно, вы прибежите вот так вот с этой штучкой, да, позаписывайте. Я думаю, эта проблема вообще администрация должна районно. Вы так считаете? А вот я думаю, что вашими вопросами должно заниматься непосредственно не вы, а должно заниматься ГАИ. Дело все в том, что вот, понимаете, а не то, что вы на сегодняшний день мешаете. Почему? Потому что неизвестно кто, неизвестно что, неизвестно как, неизвестно кто вы. Пешеходы. Нет, да вы не пешеходы заняты. А, но то, что он стоит с этой игрушкой, он не пешеход. А понимаете? Кто он? Вот он на асфальте стоит. Ну давай, стоит. Его снимай. На асфальте стоит. Ну пускай стоит. Ну вот он стоит, да. Ну пускай стоит на асфальте. Отлично. Понимаете? То есть он делает то, что он не должен делать. Почему? Понимаете, вы не предъявляете в своей стране, кто вы, что, откуда вы. Из дома. Ну, из дома принесли. Конечно. Правда? Жень, я бы сказал. Добрый день. Вы пытаетесь на тротуар заехать. Так, а вы кто? Пешеходы. Пешеходы? Да. Кто может представиться мне? Ну, пешеходы. Так вы уполномочены от ГАИ, что ли? Почему здесь уполномочены? Я пешеход. Что за вообще? Вот вы сейчас встали, вы мешаете проходу пешехода. Ты мешаешь ты проходу, а не? Я не мешаю, я с вами общаюсь. Мешаешь ты проходу. Я нахожусь на тротуаре. И я имею полное право находиться на тротуаре. Всего вам доброго. Тебе тоже доброго. В том, что вы пытаетесь заехать на тротуар. Вас это не смущает? Нет. Очень странно. Как вы тогда получили права? Да, потому. Парковочные места? Каким образом вы это определили? Сюда. Вы не знаете, чем отличается проезжая часть от тротуара? Можно ли вам делать нечего? Мне есть что делать. Я хожу, гуляю. А вы мне мешаете. А я вам мешаю? Конечно. Я вам мешать буду, если вот там буду стоять? Вы, если вы поедете по тротуару, вы будете мне мешать. Делаете? Вы куда несетесь по тротуару? А куда вы по тротуару несетесь? Аккуратнее будьте, тут люди ходят. Я свернусь, аккуратнее. Возвращайтесь. Здравствуйте. Будьте добры, перепаркуйте ваш автомобиль. Если вы не перепаркуете, я буду вынужден наклеить вам наклейку на лобовое стекло. Что? То есть вы не будете перепарковывать автомобиль? Сейчас человеком. Вы не будете перепарковывать автомобиль? А я что, не человек? Я сейчас с вами я веду беседу. Я веду с ним диалог. Я с вами веду диалог. Здравствуйте. Добрый день. Вы сейчас на тротуар пытаетесь заехать? Там просто есть площадка, ты видел, парковочная. Там нет парковочной площадки на тротуаре. Нет, на тротуаре нет, вот за деревьями. Так. Ну, я вот а через тротуар хотите проехать? Я понимаю. Так а как там проехать? Там не заехать. Ну а при чем здесь тротуар тогда? А с той стороны почему-то они перекрываются. С какой? Там, по-моему, блок стоит, вообще не заехать. А? Там блок стоит, вообще нельзя заехать. Так я понимаю. А там тогда парковка для кого? Там нет парковки. Ну, за деревьями площадка, девушка. Там нет парковки. А вы от кого? Мы пешеходы.
А это понятно. Да. Может, только там расформировали, правильно? Пешеходов-то никто не расформировал никогда. Аккуратнее, там машина сзади. Здравствуйте, девушка. А вас не смущает, что заехали на тротуар? Слушайте, ну, ребят, там вот стоит парковка. Где парковка? Это не парковка. Это газон. Ну слушайте, ну серьезно. Понимаете, вот вы сейчас встали, вы мешаете проходить людям. Видите, как люди вас обходят. Так я вот туда припаркуюсь и не буду мешать людям. Боже мой, как вы, вот вы, блин, ребята. Хорошего вечера. Зарабатывайте деньги. Кто вам дал право снимать меня? Добрый вечер, это общественное место. Ну что, мы туда не едем. Вы заехали на тротуар, к сожалению. Не могли бы вы сдать назад? Я имею право, я общественный. До свидания. Ты тоже общественный, да? А? Да. Ты тоже общественный? А? Борода тоже. Я? Тебя царевок. Общественный. Да? Ты тоже общественный? Нормально. Вы знаете, что было со стоп-хамами, да? Теперь эта участь вас ждет. Я конкретно вам угрожаю. Физические расправы. Дальше что? Угроза – это не уголовное наказание. Мужчина, прежде чем бросаться словами. Угроза – это статья уголовного кодекса. Вы бы узнали, что стало с теми людьми. Это тротуар, вы же понимаете? Замечательно, что это тротуар, тут все стоят. С вас начинается все. От кого с нас начинается? Вы знаете, куда я еду вообще? Туда. Мне надо туда проехать, дальше что? Вот тротуар, вы понимаете? И что? Где тут? Тут знак, все сюда проезжают. Да идите в нас. Я вам наклею, женщина. У вас будут проблемы, понятно? Телефон свой оставляйте, потому что чтобы я знала, куда обратиться. Вам проблемы нужны? Сейчас подъедем на ряд ДПС, либо эвакуацию. Пускай подъезжают. Вот давайте валите отсюда вообще. Вот то же самое вам как сказать. Что? То же самое, как я сказал вам. А здесь нельзя парковаться? Это не стоянка. Мы сюда приложили. Я же не просто так стою. А это не парковка. Это считалось парковкой, здесь должен висеть знак 6-4, это буква КП. Заплички в постановке, 8-6-2. Будьте добры, ваши документы. Вы сразу будете наказывать, у вас по предупреждению, профилактике нет такой парковки, да? Сразу наказывать будете, да? В качестве профилактики я стою здесь. Я понял. Эти люди, которые приезжают, они даже не подумают, что что-то здесь не так. Я оформленная одежда, все в глаза. Понимаете, вы... Я понимаю, здесь. Будьте добры, ваши... Здесь регистрация, если такого будет. С нарушением согласны? А что я нарушил? Вы двигаетесь по тротуару. Что же пишет инспектор? Может, сюда не стоит выезжать? А? Вы не могли бы не снимать? Ну, я снимаю вас при исполнении. Не, я понимаю, просто в данный момент, когда я стоял, водитель заехал на тротуар, понимаешь? Я же не просто так стою. Вы мне документы ваши предоставьте. На основании? На основании нарушения правил дорожного движения. Пункт 61. Во-первых, я никуда не заехал, это раз. Заехали на тротуар. Вы были заняты другим, это два, вы не имеете права останавливать второго. Водитель, я имею полное право на это. Второго человека нет? Я имею полное право. Я знаю прекрасно свои права. Хорошо, покажите мне
чем это регламентировано? Сейчас, где? Я вам объясняю, это регламентировано пунктом 63 административного регламента. Я сейчас буду звонить 02. Вот звоните 02. Вы мне документы. Вы откажетесь мне предоставить документы? То есть вы откажетесь выполнить законное требование сотрудника полиции, правильно? Оно незаконно. Водитель, документы ваши предоставьте себе, пожалуйста. Водитель, вы отказываетесь выполнить законное требование сотрудника полиции. В данный момент незаконно требование. Водитель, вы мне предоставьте ваши документы. Вы нарушили правила дорожного движения. Вы были остановлены на основании пункта 63 административного регламента. За нарушение пункта 9.9 ПДД РФ. На улице 14, дома 2. Товарищ старший лейтенант, да, он был занят другим человеком, я уже отъехал от другого места, он пришел, там и подошел к другому. А он пришел, сколько из два, мне сотрудник, да, сотрудник полиции не дает закрыть дверь. Вот он встал. Водитель, вы мне документы ваши предоставьте сначала. Невозможно закрыть сейчас на собственность закрыть дверь. Да, сотрудник ГИБДД. Да, жалобы я тоже вас. Пишите. Вы не имели права меня остановить. Так я сейчас имею право вас сдать в отдел полиции за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. Вы в курсе об этом? Где законы? В смысле, где законы? Пункт 63 административный регламент. Я вам еще раз объясняю. Вы заехали на тротуар. Пункт 9.9. Правила дорожного движения. Я вам объясняю, не кричу. Пункт 9.9. Правила дорожного движения. Статья, часть 2, статьи 12.15. КУАП РФ. Вы хотите сказать, что остановка вашего транспортного средства была незаконная? Замечательно. Чем оно регламентировано? Скажите тем, мне. Что вы были заняты другим человеком. Водитель, да. Я вам еще раз говорю, вы мне предоставьте ваши документы. На каком основании? Я вам еще раз объясняю. На основании пункта 63 административного регламента, принятого 2 марта 2009 года. Я не кричу, я с вами так разговариваю. 2009 года. За нарушение правил дорожного движения, квалифицирующейся частью 2 статьи 12.15, нарушение пункта правил 9.9, правил дорожного движения. Я сотрудник полиции. На каком основании человек без моего разрешения не снимает? Он снимает не вас, он свободный гражданин. Вы можете снимать его, он может снимать вас. Я не могу ему ничего сказать. Он не имеет права не снимать. Напишите заявление на него тогда. Сейчас как раз я... Замечательно. У меня документы предоставьте, то, чтобы я мог составить наш протокол. На каком основании вы мне требуете сейчас данные? Я же вам объяснил. За нарушение вами правил дорожного движения. Какого? Водитель, я же вам объяснил. Два раза объяснил. Пункта правил 9.9. Вам еще раз объясню. Давайте я вам еще раз объясню. Вы были остановлены на основании пункта 63 административного регламента. За нарушение пункта 9.9 правил дорожного движения. В смысле, как звучит? Движение по тротуару. Водитель, что такое тротуар? Я не ездил. Что такое тротуар, водитель? Водитель, что такое тротуар, скажите мне? Вы не знаете правила дорожного движения. Водитель, тротуар – это участок проезжей части, предназначенный для движения пешеходов, примыкающий к проезжей части, либо отделенный от него газоном. Что и? То, куда вы заехали, первоначально, в присутствии сотрудника полиции, здесь придворовая территория, здесь можно стоять. В данный момент здесь стоять можно. Но только я хочу выписать протокол за нарушение правил дорожного движения. Пожалуйста, передавайте свою видеозапись. У меня есть мои должностные обязанности, должностные инструкции, которые я соблюдаю. В данный момент вы нарушаете закон. Замечательно. Хорошо, не нарушали? Тогда стоим, ждем. Добрый день. Я отлично. Каменского района перешел. Имеет право. Меня? Меня снимает не вас. Он вообще план снимает. Почему не представляете документы? На каком основании? Мне согласно пункту 2.1.1 ПДР, вы обязаны предоставить сотруднику полиции, я проеду. 63. Помните, в 63-м административного регламента сказано, что причина остановки стационарный пост для проверки. Для проверки документов совершенно верно. А также за нарушение правил дорожного движения. Вы нарушили, вы заехали на тротуар. Покажите. Это ваша позиция. Понятно дело, что ваша позиция будет, потому что вы не нарушаете. Это же снимает нас машину. Можете просить, пусть снимает. Да нет, пусть снимает. Просто потом эту запись окажется в интернете.
Так она в любом случае откажется. Вас как зовут? Александр. Александр. Документы будете, Александр? Тут на каком основании, я не понимаю. Основание я сейчас, в данный момент. Пункт 9, ПДД, РФ. Движение по тротуару. Сижу в автомобиле, в придворовой территории. Я имею право здесь стоять. На каком основании вы не прячете документы? Сейчас, в данный момент? Да. В данный момент вы здесь припарковались. А после этого вы нарушили правила дорожного движения. Что, я мог нарушить год назад, и что? Больше скажу, вообще не стоит. Нет, он должен был меня остановить и сразу подойти ко мне. Сразу. Это требование такое есть по вашему сведению. Он все правильно сделал. Он убрал вас с тротуара, чтобы вы припарковались в другом месте. После этого подошел. Проверка документов только на стационарном посту, либо по ориентировке. Вы говорите то, что вы считаете правильно. К сожалению, не все правильно, то, что вы говорите. Так что, Александр, мое мнение нужно предоставить документы инспектора. Нарушать законодательство Российской Федерации. В данный момент я не нарушаю никакое законодательство вообще. В данный момент вы отказываетесь предоставить документы сотруднику полиции. Хорошо, паспорт, пожалуйста. Водительское. И на транспортное средство. Нет, на каком основании вы находитесь в данном автомобиле? Я в нем сижу. На каком основании? На кому принадлежит? В смысле, какая разница, кому он принадлежит? У нас доверенность, что ли, нужно? Мне нужны документы на автомобиль и ваши. Документы на автомобиль, я вам еще раз говорю. На каком основании вы с меня их требуете? Я уже 7 раз повторяю. Вы еще раз.